Женское предпринимательство – двигатель экономического роста. Именно под таким названием прошла секция экономического форума «Листа-2023. Мой бизнес». Она стала активной площадкой для обмена опытом и новых творческих проектов. Отмечу, в России заметен рост женской предпринимательской активности. В 2023 году индекс роста составил 73,7%. Эти форумы позволяют получить мотивацию, вдохновение и увидеть новые лица и знакомства, познакомиться с новыми людьми. А вообще, я думаю, что форум для предпринимателей Калмыкии, который сегодня идет, он стал эффективной площадкой для обмена опытом, для взаимодействия и поиска решений актуальных задач, да, и для всего предпринимательства, сообщества Калмыкии. После работы секции – торжественное награждение регионального конкурса «Женщины в бизнесе». Общественным голосованием были определены победители и призеры в 8 номинациях: «Лидер года», «Прорыв года», «Икона стиля», «Бизнес-мама», «Лучшая самозанятая», «Марка доверия высококвалифицированных специалистов», «Молодой предприниматель» и «Наставник года». Я участвую второй раз в экономическом форуме в женской секции. В прошлом году я одержала победу как самозанятая, в этом году я номинировалась на номинацию «Мама в бизнесе». Ну, честно, для меня это прям... Я даже всем своим подругам сказала, говорю, я не одержу победу, я уже признала, я просто пойду и поддержу участниц, порадуюсь за всех. Ну, для меня это прям шок. Это прям действительно... Я мама троих детей, и я действительно, ну, веду бизнес, я считаю себя действительно мамой в бизнесе. Ну, у меня сейчас эмоции меня переполняют. Очень классно.